Здравствуйте, Владимир. Это видео про ваш переходник с одуванчиком и байонет для Калинар 5N с одуванчиком. Это ваш одуванчик, он восстановлению не подлежит, поскольку оторваны контакты от самой микросхемы. Сейчас я проверю ваши одуванчики на ваших байонете и адаптере на моей камере. Как всегда, прошу очень аккуратно обращаться с одуванчиками. Вы сами понимаете, что они очень хрупкие. Итак, одуванчик на Калинаре запрограммирован от 2,8 до 22 и фокусное расстояние 100 мм. Вот, смотрите. Одуванчик целый, запрограммированный, полностью рабочий. И адаптер с линзой. Адаптер с линзой. Запрограммировано фокусное расстояние 58 мм и диафрагмы от 2 до 16. Также одуванчик целенький, запрограммированный, полностью рабочий. Сейчас я упакую вашу посылочку и сегодня отправлю вам. Спасибо за внимание.